нас елка? Елка вообще бедняга. Сосулистая. Это лунный ландшафт снова. Всех приветствует. И дядя Леша. Приветствую. Опять же сигареты снимаю. Так а ты постоянно куришь сюда. Вот наш блиндажик. Мы его немножко зачехлили, чтобы он не замерз. Вот. Надо бы его вот здесь вот, где пониже, подразобрать. Ну, так давай. Вот, и можно будет заснять, как там домик у нас внутри устроен. Красава ты вообще, конечно, оператор. Подразбери, да подзасними. Ладно, сейчас поможем. Уть. Ну-ка, что у нас там? У нас... Оп! Ой! Фу! Домик. Классно! Тепло ли тебе там? Ну, судя по всему, тепло. Да, нормально. Так, помог. Красава. Yeah. Давай уже, хоро снимать. Так, работа вовсю кипит. Леха тут уже угол задний блиндажа зачистил. Такой вот блиндаж. Вот стенка такая мощная. Вот там вот задняя. Точнее, боковая. Правая боковая. Вот там тоже. Так, что? А, вытащил отсюда переноску из-под противотанковых мин. Я уже намыл, в лагерь оттаранил, покажу позже. Вот. Так, мелочь пока. Дядя Реш, он пока только пуговица кительная. Алюминиевая попалась. Мне попалась вот расческа. Она такая подплавленная, ломаная. Лежала как раз внутри переноски. Бутылка такая. Ну, обычная бутылка. Даже на дне ничего нету. Вот. Ну, вот так вот выглядит попол. Вот тут еще одна бутылка вот. Битая, раздавленная. Показалось. Вот видите, как топтанный этот лапник, который вот обойма лежит. Карабину Маузер. Вон там в углу всякие дрова, консервы. Вон бутылка еще одна торчит. Так. Здесь вон тоже что-то было сейчас. Где-то тут я что-то видел, а вот что это? Непонятно. Ой, нож далеко. Чем мы подковырнем пальцем-то? Опасно вообще такие вещи. Ковыряться. Что сюда? Пилочка такая для ногтей. Манерная. Ну-ка. Сейчас я сполосну. Ручка у нее бакелитовая, что ли. Что-то такое. Какой-то пластик, типа пластика. Пилка, естественно, железная. Выглядит прикольно. Ну-ка, вот так вот. Да, такая вещь. Ну вот, Леха тут по лужу себя поснимал, пошел дальше туда вперед. Я вот сейчас зачищаю свою стенку заднюю, там тоже развернусь вперед, пойдем.
Такие дела. Продолжаем раскапывать блиндаж. Леха тут продвигается потихонечку. Вот, вперед уже. Я вот пока борюсь еще с задней стеной, но она осталась только несколько бревен вытащить. В принципе, и все, и можно уже сюда идти. Там, кстати, здесь, похоже, в правом углу печка стояла. Потому что уголь всякий попадается и так далее. Там же много было всяких бутылок битых и не битых. Я в итоге еще целых две вытащил оттуда. Фольга там всякая. Вот, и видно, что фурнитура от ящиков, но ящики жгли в печке. Гвоздики, шурупы. Вот сюда дальше, вот здесь вот полка была. Она там где-то в стене торчит. Где-то она там почти упала. Так, вот она вот здесь вот плохо видно. Вот, они, видимо, принадлежности для обуви лежали, потому что под ней я в прошлый раз нашел там пару щеток обувных. Штык-нож лежал. Но это, правда, не к чистке обуви. Еще лежала свечка. Свечка, как оказалось, из нее воск добывали, видимо, обувь вощили. Что резаная свеча. Ну, в общем, попадается всякое по мелочи. Сейчас покажу. Тут еще намыть надо. Дядя Леша опять попалась. О, такая вот. Такой колышек. Для палатки. Такая стойка из таких колышков. Стойка собиралась. Вон дядя Леша в последнее время такие колья фартит. Вот, колышек такой. Вон тут ведро всякой мелочевки. Сейчас вам колышек отложу. Вот, еще две бутылки. Это, видимо, коньячные. А, там же в углу, там, где печка была, вот, видите, кочерга самодельная была. Просто из проволоки, из толстой. Тапочек дядя Леша нашел второй. В прошлый раз еще один нашел. Вот, у него комплект тапок блиндажных. Вот этот карандаш химический попался. Где-то здесь в ведре должен быть еще один карандашик. Сейчас, в общем, найдем. Сейчас я помою. Покажу, что тут. Запарился это все мыть. Зачем я это все мою? Просто показать, что находится. Вот, кому-то может интересно, кому-то нет, хотя кому-то, если не интересно, что вообще смотреть, непонятно. Вот, ну, вот, видите, пули, гильзы, патроны в количестве. К ним же обоймы, латунные, железные. Гильзы от сигнального пистолета, латунные, алюминиевые. Какие-то вот пробочки тут всякие от минеральной воды, от бутылок, пуговиц вон тут куча всяких, кительные в основном, вон тут разные, ключик вот, это у нас запалы крутить на гранатах М39 немецких, яичках, карандаш такой вот двумя полосками, почти Adidas, химические. Так, это у нас воспламенитель для немецкой противопехотной мины образца 35 года. Вот это у нас 39 года, такой вот с усами шумпол. Карабину Маузер. Такой вот лежал вместе с воспламенителем. Щетка еще одна, уже четвертая в этом блиндаже.
Ну, щетина вся повылезла. Стандартная щетка для обуви. Вот еще одна гильза от сигнального пистолета. Но эти развальцованные. Это кто-то себе сделал стопарик такой. И с него, видимо, пил коньячок. Бутылки, из-под которых у нас тут попадается. Это дополнительная лямка кожаная. До ремню немецкому. Возможно, ремень там лежит. Я еще там внимательно не посмотрел. Ой. Так, фурнитура, всякие пробочки тут. Это у нас Вольф и сын. Пробка от парфюма. Железная такая вот пробочка. Непонятно, что такое было. Бакелитовая пробочка. Это, может быть, и чернильницы. Этот какого-то тюбика с надписью «Фазан». Фазан, знаю, такие станки были бритвенные у немцев с названием «Фазан». Так. Попалась монета. Монета наша, советская. 2 копейки 33-го года. Так. Фурнитура всякая. Пара тюбиков. Один вот медицинский. Это у нас от омороженения мазь на основе рыбьего жира. Либертранд Зальбе. А вот этот пока не знаю. Надо чистить, смотреть. Мне кажется, что это какой-то клей. Клей, наверное, может. Клей резиновый. Так. Ну, вот такая вот. Из-под таблеток или не знаю, из-под чего. Пробирочка стеклянная. И чека. Вот. Воспламенителя, по-моему, это у нас ДЗ-35 воспламенитель. О, ну вот такая вот мелочевка. Вон там ломаная расческа очередная. В общем, так, по мелочи. Да, колышек, 3 бутылки, куча битых бутылок, кочерга и тапок. Ну, сейчас пообедаем, будем дальше смотреть, что там чего. О, как всегда, пришел неожиданно вечер. Вот здесь, Леша, уже тут середину блиндажа копаем. Вот, ну мы сейчас опять тут подзасыпали временно, чтобы он сильно не подмерзал до следующего раза. Сейчас тоже там кое-какие находки, естественно, покажу. Сейчас дойдем до лагеря. Вот, а так мы на сегодня уже закругляемся, поэтому всем спасибо, кто был с нами. Надеюсь, было интересно, как я уже говорил, снимать абсолютно все подряд. Нет никакой сейчас возможности, пока зима, времени в обрез, вот. Ну и много всяких нюансов. Приходится работать, чтобы не замерзать, и вообще, чтобы не... ничего не замерзало. Так что пишите нам что-нибудь там в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всего нового. А мы сейчас вот туда вот пойдем в лагеречек, намоем там находочки, все заснимем и финальное словцо. Вот такие дела, зима. Патрончики, гильзочки, пули, фигули. Мотор, камера, W2. W2. Бой. Обоймы. Что, время W2. Маузеровские. Сейчас посмотрим. Так, это у нас гильза сигнального пистолета немецкого. Одна такая, одна какая-то обрезанная. Запчасти от ножей ломаных. Зубная щетка немецкая, такая вот вся в надписях.
такая вот щетка. Колышек алюминиевый. Половина. Да. Так, это у нас 35-й год, редкое клеймо. Такое необычное. Остатки расчески. Монета цинковая. 10 трехфенингов. Залипла. Крем для обуви. Лодекс. Шварц черный. Вот затянется средство дегазации. Бакелитовая. 40-й год. ЗЗ-35 воспламенитель. Так. И вон штук. Это был обломанный. А тут желтенький такой. Вот это по мелочи. По мелочи. Дюралевая переноска для двух противотанковых мин. Это мои 35. Вот так вот она выглядит. Тут только чуть-чуть треснутая. Такая. Здесь у нас клеймо такое. 1940 год. Такая здоровая штукинца. Вот. Ну, сейчас мы это все выложим тут. Финалочку. Замочек еще вот такой вот. Какой-то. Что-то даже нарисовано на нем. Ой. Серьезно. Да. Ну и вот. Такой итог. Кроме бутылок. Держите. Все, дядя Леша говорит, все пока. Да, всем пока. Всем пока. Всем очень пока.